Не могу не вспомнить сегодня мою бабушку. Вчера и был день памяти. Ее с нами нет уже 12 лет. Александра ее зовут. Помолитесь. Раба Божия Александра. Любимая моя бабуля. Назвали меня в честь нее Александром. Строгая, сильная, умная женщина из простой семьи. Из Беларуси, из Брестской области. Родилась там до войны. Потом по комсомольской путевке уехала в Магадан с моей мамой, уже тогда новорожденной. Полтора годика маме было. Приехала в Магадан, и там осели, там родился я. Светлая память моей бабушки Александре. Люблю, вспоминаю, молюсь. Вот сегодня молился, поминальный день субботний. Хочу, чтобы вы тоже вспомнили всех своих родных, близких, усопших в этот день и помолились в субботу. Светлая память. Рабе Божией Александре, всем нашим близким и родным ушедшим.